собеседника. Коллеги, сегодня мы вдвоем будем для вас работать. Это Николай Ходосевич, ну а я, если вы не узнали, Павел Баранов. Всем здравствуйте, действительно, Минская «Динамо». Может быть, это вот противостояние между Минским «Динамо» и «Батэ», мы сразу ее отметим. После смены наставника футбольный клуб «Гомель», который сегодня пожаловал на Борисов-арену, не проигрывает 7 матчей к ряду. Борисовский «Батэ» после поражения, кстати, от солигорского «Шахтера» в первом туре, также не знает поражения. Думаю, с таким футболом сражаться за медали. Ну а пока вот мы увидим основные эпизоды, наиболее острые в этом матче. Имелись они в первом тайме в основном. Очень старался Виталий Родионов, как мог, работал там. И мы уже говорили о том, что именно он был наиболее точным игроком из всех бьющих по воротам Гомеля. Но Андрей Климович лучший игрок, на наш взгляд, этого матча. Тогда, когда мяч направлялся в створ его ворот, тогда он и действовал удачно. Во всех остальных случаях никак не удавалось точно пробить футболиста Батэ. Когда наконец-таки начнут вот это огромное количество моментов реализовывать, тогда, я думаю, чемпиона все наладится. Ну а то, что касается Гомеля, то Гомель, как мы уже говорили, конечно же, доволен. Так же, как и были довольны минские динамовцы, солигорский «Шахтер», сыграв в ничью с борисовчанами здесь, на Борисов-арене. Ну, как уж довольны, я думаю, в минском «Динамо», учитывая, что южане отобрали очки у Батэ, но лишний раз об этом говорить не стоит. Да, таковы реалии сейчас в нашем чемпионате на данный момент. И не будем забывать о том, что уже завтра жеребьевка. Уже нужно думать о еврокубковых делах. И футболистам немножечко отдохнуть, расслабиться. Это, прежде всего, касается игроков борисовской команды, и нацеливаться на будущее. У Батэ есть все. Потенциал, класс, инфраструктура, лица, персонали для того, чтобы наладить игру и попытаться с успехом защитить в очередной раз одно очко у гомельчан, соответственно, 22. И на третьем месте «Нафтан» 28 баллов. Ну вот статистика, если она верна, свидетельствует о преимуществе Батэ, но в очередной раз это преимущество не удалось воплотить.